В парке военной техники на Симферопольском шоссе сегодня пополнение. Как и планировалось, из Новочеркасска привезли еще один экспонат – 85-миллиметровую пушку. Напомню, что первым сюда доставили и собрали самолет Су-27. Затем появился бронетранспортер. Уже сейчас, до официального открытия, даже в непогоду парк принимает посетителей. Жители и гости курорта спешат сфотографироваться. Есть и те, кто знает экспонаты не только по картинкам. Отличная машина. Каждое колесо, зависимо само от себя, проходимость. Каждое колесо. Ну, бронь, восьмерка, вес 11 тонн. И еще только устанавливают, уже все останавливаются, смотрят, интересуются, фотографируют. Я считаю, что это очень нужное дело.